Всем привет, это предпродажный обзор колонки Crazy Box Electronic L10-22. Едет она у нас в город Ростов-на-Дону, получатель Виталий Георгиевич. Давайте скроем, проверим, послушаем и отправим. Вот такая у нее классная подсветка, в комплекте идет два радиомикрофона для караоке, инструкция на русском языке, полноценный пульт дистанционного управления и сетевой кабель для зарядки 220 вольт. Мягкий, глубокий, проникающий бас. Проверим радиомикрофон серый. Раз, 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 два, три, микрофон работает. Я сделал погромче. Проверим радиомикрофон фиолетовый. И тут же проверим приоритет микрофона. Я включил. Раз, 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 два, три. Приоритет микрофона работает, как и сам микрофон. Все хорошо работает. Запаковываем и отправляем в город Ростов-на-Дону для Виталия Георгиевича.